Значит, сейчас 173-й, и у меня есть пулемет. Нет. Стой, сука, у меня пулемет. Стой, у меня пулемет есть, братан. Братан, нет. Он с пулеметом? А ты красивый. Игорячок, Игоря, ты с пулеметом. Уйди, уйди, демон. Ты с пулеметом? Да. Я же говорю, печенька с пулеметом. Дед Василий проиграл мне свой пулемет в гляделке. Так что как бы да. Все, погнали. Так, кто-то выжил или не? Ау? Опа. Блять, меня посмотри. У печенюшки патроны кончились. Нужен подвоз снаряжения. Сука, пулемет отдай, ты где его спит? Не-не-не, иди ты на. Не, пулемет мой, мне дед Василий его проебал. Все, не отдам. Слушай, я могу с пулемета ранить тебя? О, справа идиоты. Да, сука. Бля! Ты ученого завалил. А в смысле, как я его с пулемета заебашил? Я там один раз попал. Ты за хуйня? Ты его сожрал. Бля, я еще вновь заебашил с пулемета. Так я раз с него попал, блядь, там одна пуля была. И что его детям теперь говорить буду? А хочу сообщить, что на моих серверах по SCPSL стартуют крутейшие новогодние скидки на все донаты без исключения. А еще по промокоду печенька вы получите дополнительную скидку уже к новогодней. Ссылки на мой сайт и проект будут в описании. Мы Friendly Fire, кто не отменял как бы? Да я, блин, да как я мог подумать, типа, ну ёб твою мать, я ж печенька, думал, я его не раню, блядь, даже, дать пострелять, блядь, во все стороны. А тут он такой блэк и упал. Да, пока что у меня минусовый счет, я бы сказал, только своих хуярю. Да бей своих, чтоб чужие боялись. Меня кто-то палит, но я не знаю кто. Кто меня палит? Здрасте! О, я двери могу открывать. О, патроны! А, я не мог подобрать. Настало время ебать до класс. Не надо, дядя, не надо. Сука, открой! Тиморгала выколю. Покачанча. Нет, подай, блядь. Тут стоишь. Чё людей так много? Я сам первые пельмени слепил, решил пожарить скорее нахуй, на минус пельмени. О, что? Эти, знаешь, я уже могу его убивать, или по мне попал. Всё, ребят, ты можешь расстрелять уже в спорте. Да! Хороший объект! Так, а что будет? Всё, ребят, можете выжить? Погиб. Я, блин, с пулемёта расстрелял стекло. Что лучше к нему не подходить. Бля! Я кого-то слышу. Блять, меня закрыли! Чё я открою? Подожди, энергия копится. Господи, господи. Я не могу просто взять и телепортироваться из-за механики, со стекла. А, нет, тут могу. Добрый день, дорогие люди. Да меня откроют. Нет, я реально какого-то чела слышу. Языком. Скотина, помоги, пожалуйста. О! Сука. Опа. Прощай, чё. Сколько ре... Я пошёл. Твою мать, граната. Там нефтеквызван. Блять, нихуя не вижу. Очки на минус 10. Ты же на плюс 100. Иди сюда, ух, кто-то орёт, блядь, так. О, добрый день. Я так не могу понять, вот печенька с пулеметом бегает, чешо? Да. С пулеметом. А, не понимаю. Резню стро. Пулемет, правда, косой, блядь, дядя Валера, так сказать, перед тем, как отдать. Погнул ствол, сбил мушку. Да я не особо стрелок. Печенька, спасибо за лужу, которую ты поставила. Да не за что, это я со страху немножко так обдрестался. А, сейчас самый Серый, такой... У тебя патронов не хватает? Да? Да, патронов заебись. Дядя Миша дал дохуя сразу. Сразу пачку. Блять, он, блять, у них доктор прикрывает их, не могу попасть. Попался! Не могу я по брату своему стрелять. Ух, блять, это что было? Да класс убил, с него там душа какая-то страшная уплыла.
Так, кто мне палит? Понятно. Я пошутил. Вокруг тебе идут много людей. Ой, понимаю. Доктор, предатель. Предателюс. Зрадникус. Пошел так. Комплекс прибыл. Специальный отряд. Какой человек дал печенье оружие? Сука, Дока. Дока, заебашили. Ой, твою мать. Да вы, блин, друг друга убиваете, да? Пиздец. Я отстрелился как мог. Красный опасный, я туда не пойду. Ладно, тогда закроем, там оно красным светится, оно что-то страшное. Да. Красный — это опасный, не надо. А может, туда выход? Да нет, выход всегда зеленым светится, это херня. Что такое, что закрыто? Открылось, мы не можем открыть. У меня клаустрофобия. Так, нет, погоди. Отойди, стоп, отойди, дай мне больше воздуха. Нужно больше воздуха. Открой это дерьмо, братан. Мне паника. Да взломай, там сними панель, сними панель. Отвертка, сними панель, чувак. Ой, спасибо. Я думал, что уже все, отсюда никогда не выберусь. А ну все заткнулись нахер, у меня волына, ебало на ноль, быстро. Сейчас кто пискнет, ушмалять буду. Закройте дверь, там какая-то хрень. Белые, быстро пошли, работай. Мраморная хрень какая-то, стои там. Какая мраморная? Сука, это за... Давай. Закрой, блядь! Панон РП, ты не имеешь права быть, это что ты пытался джей пистолет иметь. Не надо так. Да, так это ж не пистолет. Это травмат. Мне охранник дал. Ладно, на, забирай. Я ж пошутил. Ну что ты, что так, Василий, не понимаешь? 20 лет вместе работаем. Ой, охрана там обойщик и пистолет. Ни у кого нет пистолета, все. Да. Я охрану, дворник. Я дворник. Он... Ёб твою мать! Бегите! Связайся, кто может! Нет, ой, я... Твою мать! Нет, пожалуйста, так и не меня! Дедушка, пожалей! Беги! Пидорас, блядь! Дед Мунда. В этом-то и дело, что я не знаю, думаю, что вы знаете путь. Иди, мы дойдем туда. Давай, чуваки, только мы выбрался. Да ты рофлишь, что ли, да? А куда? О, бля. О, привет. Сюда, братья. Давай, пошел. Блять, да чувак, это, блять, какая-то херня уже. Давай сюда внутрь. Значит, обстановочка следующая. У нас на роте SCP-173, я уже понял. Заметил. SCP-106. Сейчас наша основная задача — пройти к отряду Hotel 12, доложить им обстановку в комплексе по дороге и не сдохнуть. Поэтому смотри в оба, мы идем на выход. Да давай, я уже пытался просто два раза. Ой, блядь. Не в ту сторону! Сюда. Я выбрался. Господи. Спасибо, ты мне открыл дорогу. Да не за что. Боже, ты наш спаситель, братан. Спаситель? Ты смеешься, он нас убьет. Спинку смотрите. Блять! Спинку смотрите. Да я понял. Тихо. Ёб твою мать, она отсюда пришла. Закрой. Господи. Третий 12, если повезет, вы не умрете. Да вы прям профессионал, блять, первый раз такой человек. Ой, ёб твою мать. Так. К нам или к ним? У вас важно. О, блять, там ученый. Господи, что ты? Закрой! Ёб твою! Сюда. Господи, ты умер, блять! Уходим отсюда. Как один из наших сотрудников попал в интерком, это уже второстепенный вопрос. Я не знаю, я вообще ничего не знаю. Я закрыл глаза и бежал. Сотрудник класса Джей, не останавливайтесь, иначе будете устранены. Да понял. Да я что, я же спортивный, мне ходить только и путь. Это хорошо, только вот вас дыхалка подводит немножко, вы до лифта дошли, у вас уже отдышка. Да, ну есть такое, я не слишком... Да я просто заебался, блять, ваши все эти двери чистить. Так, бойцы, боевая готовность, внизу 106. Ну так давали мне его, командир. Бригадир. Да, мы сможем завалить его, но мы вряд ли сможем завалить его, поэтому, пожалуйста, мы сможем завалить его, но мы вряд ли сможем завалить его. Я вас понял, товарищ. Товарищ бригадир, у вас сюда. 173. Беги.
Да не подставляйся, блять, под мои выстрелы. Где он? 173, контакт, 8Б. Пожалуйста, быстрее придите на помощь. Мне 79-й двери открывают. Я недолго тут потяну. Блять, пойдем, пойдем спасать. Мы идем, вы где? Он у гейта. Ой, щек. Свои. Ёб твою мать! Не в ту... Ой-ой-ой! Это не туда. Коммунальная! Да ёб твою мать, мудак! Добро пожаловать. Да. Аптечка была запасная? Я труп. Да, вот. Ага, благодарю. Так, сейчас скажу. Ну давай, я пошел. Да. Я бы сюда пошел. Тут метка. За мной. О, добро пожаловать. Да бля! О, да, там приколы, разные. Я выбрался. Да я тоже, ну так поздно. Нет, пожалей! Нет пощады! Да блять! Да ну не надо! Нет, у меня нос чешется, блядь! Пидорас нос не дал почистать. Все, я увольняюсь. Нет! Господи, это все, ладно, хорошо, хотя бы от 73-й избавились. Закрой! Да нет, ты за... Сюда! Да как? Так ты ж в другой стороне была, вас что, двое нахуй? А? Это коммунальная квартира. Хочу сообщить вам, что мы восстановили наши сервера по Майнкрафту, и теперь вы можете зайти на них через наш собственный лаунчер. Ссылка на него будет в описании.